настоящий момент мы находимся в выработке шахты Полосухинская, где успешно проходит испытание новая разработка Копейского машиностроительного завода «Вагон В-17К». Конструкция данного вагона позволяет значительно уменьшить радиусы поворота за счет обратной связи между осями колесной базы, а ходовые двигатели имеют плавную регулировку скорости. Вагон В-17К 3 месяца назад был собран нами с представителями Копейского машзавода. За 3 месяца было пройдено 450 метров выработки и 3 сбойки. В течение всего этого времени эксплуатации нареканий к нему не было. И продолжаем работать. Вагон В-17К предназначен для транспортирования полезных ископаемых от забоя до других доставочных средств. Эксплуатация вагона возможна в подземных выработках высотой не менее 2,4 метра и шириной не менее 3,2 метра с углом падения пласта плюс-минус 12 градусов. При этом максимальная скорость движения может доходить до 12 км в час. Дорожный просвет составляет не менее 300 мм. Мощность каждого из 4 ходовых двигателей – 25 кВт. Двигатели имеют многодисковый тормоз. Высоту разгрузки можно регулировать от 600 до 1800 мм. Длина кабеля, намотанного на установку кабельного барабана, не менее 200 метров. Тем самым наибольшая длина откатки без переключения кабеля составит 400 метров. Удобен в эксплуатации, то есть при подъезде к комбайну можно уменьшить скорость до минимума и, соответственно, обезопасить, без проблем подъехать на место погрузки. В ходовых качествах показал себя очень хорошо, то есть механическая часть тоже очень хорошая. Следим за ним, оборудование держим в исправном состоянии и продолжаем обеспечивать его, поддерживать его работоспособность. Копейский машиностроительный завод готов к сотрудничеству и предложениям к усовершенствованию выпускаемой техники по желанию заказчика, а также поставкам в необходимом объеме и назначенный срок.